Мы находимся на выставке Household Expert, говорим с нашими гостями и экспонентами. Александр, расскажите, чем занимается ваша компания и что собираетесь в 2019 году представлять рынку? Добрый день. Наша компания «Ступинский химический завод» на рынке бытовой химии с 1996 года. Производители таких торговых марок, которые купить можно практически уже везде, это торговые марки «Санфор», торговая марка «Санит». Это наши основные бренды, наши паровозы. В этом году наша основная задача – дистрибутировать торговую марку «Green Love», собственно, за которую мы и получили ту премию, которую вот сегодня получили на выставке. Торговая марка «Green Love» – это продукция экологически чистая продукция. Собственно говоря, основная задача это в этом году, в 2019 году, это дистрибуция этой торговой марки. В какой номинации получили премию, вот, с которой вы стоите? Номинация «Экологически чистая продукция». Сложно ли в России соответствовать критериям качества чистый экологический продукт? Насколько это технологически сложно, насколько это вообще вот формально сложно? Да, это достаточно сложно, потому что в России нет компонентов, которые могли бы обеспечить полностью нас как производителя для выпуска этой продукции. Поэтому это первое. Второе, не сложилась еще потребительская ниша, достаточно устойчивая для того, чтобы этот продукт покупался как достаточно много и достаточно хорошо. Поэтому есть, конечно, проблемы с этим. Ну, мы вас поздравляем и не переключайтесь, скоро включение с новыми победителями и гостями. Спасибо.